играет Хабаровск против Калининграда. Такое действительно увидишь редко. Однако, если взглянуть на историю встреч, то эти команды играют стабильно друг с другом в рамках ФНЛ. Теперь уже в рамках МЛБ первой лиги. Опорный полузащитник. Навес в район 11-метровый. Удар поворотом! Это первый опасный момент. Осипов может забивать. Осипов вообще один из самых интересных. Но мяч как будто может остаться у калининградцев. Ого, вот это на ровном месте фол. Уже на корпус того опережает. Отличный прострел Олейникова. Бить можно, бьет Олейников и забивает. Взрываются трибуны центрального стадиона. Они решили не затягивать дело в долгий ящик и тут же провели успешную контратаку. Отлично сыграл Гилоян на левом фланге. Сделал все великолепно. Прострел по центру. Олейников. Ох, цепляют его за ногу. И это пенальти. Итак, у мяча Петров. Разбегается, бьет и забивает. Илья Петров очень грамотно исполнил этот пенальти. Развел голкипера соперника и мяч по разным углам. Мысли пока мало. Кузьмин навес на ближнюю штангу. Опасно, и вот можно забивать. Хороший момент. А Барков простил, да, свою бывшую команду? Навес-то получился, но никого из футболистов Калининграда не было в чужой штрафной. Еще одна попытка. Вот здесь можно бить удар и забивает свой мяч Балтика на 89-й минуте. Сохраняя интригу. Отбивает мяч, продолжается атака Балтики. Может быть опасно падение и пенальти. Лазарев разбегается, бьет и берет пенальти Сугробов, но нет, на добивании тот же Лазарев успел. Немножко не повезло голкиперу. СКА Хабаровск дотянулся до мяча. Уже минуту переиграли команды во втором тайме. Алиев. Ничья 2-2 в Казани. СКА Хабаровск, Балтика, это пятый тур.